На прошлой неделе госавтоинспекторы зафиксировали 197 административных правонарушений. Среди них 3 случая управления машиной в состоянии опьянения. На дорогах произошло 6 ДТП, к счастью, без пострадавших. На прошлой неделе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Общественный транспорт». В ходе проведения данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции проверяли общественный транспорт, наличие у них соответствующей документации для выезда на маршрут следования, а также проверяли наличие документации на прохождение водителя медицинского осмотра, а транспортного средства наличие технического осмотра. Проверяли количество перевозимых пассажиров, чтобы исключить превышение установленного количества. В итоге сотрудники ГИБДД выявили одно нарушение требования обеспечения безопасности перевозок. Апрель радует нас теплой погодой, поэтому на дорогах все чаще стали появляться велосипедисты, саровчане на самокатах и мотолюбители. Правоохранители напоминают об особой бдительности. Как показывает статистика, именно эти виды транспорта одни из самых травматичных в весенне-летний период. Водителям рекомендуется особое внимание уделять зеркалам заднего вида и салонному зеркалу в связи с тем, что мотоцикл достаточно маневренное средство передвижения, достаточно быстро передвигаются, то есть заметить его очень сложно. Мотоцикл имеет характерный звук при своем передвижении. Водителям рекомендуется в салоне не включать громкую музыку и быть предельно внимательными. С 25 по 27 апреля на дорогах Сарова правоохранители совместно с общественниками и членами отрядов ЮИД проведут акцию «Трезвый водитель». Автомобилистам напомнят о важности соблюдения сухого закона за рулем, а пешеходам – о бдительности. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.